Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами проект «Союз онлайн» в студии Ольга Стасенок. Сегодня традиционное обращение телеканала «Союз». Спасибо вам за то, что мы есть. Мы с коллегами адресуем всем тем, кого коснулась Великая Отечественная война. И рассказывая вам о наших фронтовиках, в их лице чествуем всех, кто так или иначе причастен к Великой Победе. Прадедушка оператора телеканала «Союз» Дмитрия Килина Тихон Иванович Лемешко, 1902 года рождения, автоматчик, рядовой. Воевал на Первом Украинском фронте. Погиб в бою 22 марта 1943 года. Захоронен в деревне Нередица Новгородской области. Фотографий прадеда в семье не сохранилось. Бабушка Дмитрия Лидия Дмитриевна Кириллова непосредственно в боях не участвовала. Для нее линия фронта пролегла в родном городе. Год рождения 1929, место рождения город Бабушкин Иркутской области. В семье было еще три сестры, Лида была самая старшая. В 1941 году ей было 12 лет. Папа был репрессирован в 1938 году по ложному донесению, получив 10 лет без права переписки. Позже был реабилитирован, но семье пришлось без кормильца очень трудно, особенно в военное время. В возрасте 15 лет в 1944 году Лиду призвали для охраны военных складов. Молоденькой девушке выдали оружие, объяснив, что все мужское население ушло на фронт, и поэтому ей надо взять на себя охрану военного имущества. Преодолевая страх, понимая, что она должна была тоже помочь своей стране, Лида до сентября 1945 года была на своем посту. Ей также пришлось выполнять службу по охране пленных японцев, которые во время войны работали на местном заводе. Пленные японцы уважали молодую девушку и называли ее «мадам одинаково спичка», так как Лида была очень худенькой. Мой прадедушка Кузьма Алексеевич Бражников, 1908 года рождения, старший сержант-артиллерист. Призван в городе Владимире в 1941 году, на фронте с 19 февраля 1942 года. Сначала наводчик орудия в составе Калининского фронта, затем командир орудия в составе 2-го Прибалтийского фронта. 23 июня 1943 года при обороне города Сокольники Калининской области был тяжело ранен. В нескольких госпиталях в Иваново, Чите и Ташкенте находился 4 года. Домой так и не вернулся. 1 апреля 1947 года умер после 7-й или 8-й операции в Республиканском госпитале инвалидов Отечественной войны города Ташкента. Там же и был похоронен. Награжден орденом славы 3-й степени. Второй мой прадедушка Николай Тихонович Исаков, 1914 года рождения. Родом с Дальнего Востока, из Уссурийска, откуда был призван на войну в 1943 году. Командир орудия, артиллерист. Дошел до Варшавы. За все время войны в его окружении погиб только один боец. Прадед награжден медалями за отвагу и за взятие Берлина. Пусть проходят года, но на лицах седых стариков остается беда той войны всех времен и веков. Шли солдаты на смерть, покидая родительский дом, и сражались они за свободу земли.
на которой с тобой мы живем. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны. Помню прадеда я, орденами его дорожу, что такое война, я потомкам своим расскажу. Будет вечный огонь, что горит у кремлевской стены, нашу память хранить, словно прочная нить, что связала с годами войны. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только то, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы я...